Без питьевой воды жили в деревне Новосело Череповецкого района около 2 лет. Воду из единственного источника, колодца, санитарные врачи признали непригодной не только для питья, но и бытовых нужд. В начале июня мы освещали эту проблему. Однако на днях появились плоды борьбы жителей Новосела за воду. Возле того самого колодца пробурили скважину глубиной более 40 метров. Позавчера днем, где-то в 12 часу, выхожу во двор. Стоит бурильная машина, но я сразу к машине. Что, приехали воду нам бурить? Да, что, будем бурить скважину. Ну, обрадовалась, конечно, тут давай всем звонить. Вот, эмоции распирали прям. Радостью было, всех обзвонила. Таня вот приехала сразу из города, сын отпросился с работы, приехал. Потому что такое событие. Но потом уже к вечеру все и пришли. Столько машин останавливалось, все спрашивают, что бурит вам, что вода у вас будет, да, что будет вода у нас, все тут. Вот, мы очень рады. В понедельник приедут, поставят нам будку, и в среду будут подключать. Вода очень вкусная, я ее пробовала, но мы все пробовали, вот, попробовали, нам очень понравилось. Районная администрация нам дали гарантию, что как бы вода будет соответствовать. Единственная как бы проблема, что может быть известь, то есть жесткость воды, ее не убрать. Но мы надеемся, что остальные показатели, хотя бы бак-анализ вот эти, будут все в норме. Угу. Все. Будем контролировать. Да.